поночевать хочется в лесу. Сели, уехали, заночевали, утром на работу приехали. Вот все. Сюда, например? Никишиха, та же, там, Энгаде, например. Ну, где-то еще такие моменты, где доступность час езды. Автопутешественникам в городе не усидеть. Отпуск, отгул, выходные. Настя, Стас и Барбазяка, аляскинский маламут, проводят в горах, лесах, на реках и озерах Забайкалья и Бурятии. На своем джипе они исколесили почти все. Самая дальняя точка – Петровск-Забайкальский. Красотами Красного Чекоя, Тарейских озер, Сахандинского заповедника Настя делится в соцсетях. Девушка признается, суп, сваренный на костре, для нее вкуснее турецкого шведского стола. Это самые лучшие отели, вот именно вот эти четырехколесные, либо которые разбиваются на месте, которые только можно придумать. Во-первых, потому что ты привязываешься к одному месту, если ты бронируешь какую-то путевку, определенный отель, ты в нем находишься большинство времени. А тут это все-таки мобильность, ты быстренько все собрал, переложил вещи и куда-нибудь уехал, поставил, остановился в другом месте. Весной, осенью и даже зимой ребята колесят по Забайкалью и соседним территориям. Например, в ноябре по традиции ездят на Витим и даже ставят там баню. А летом можно и вокруг Байкала проехать, встретить утро, глядя на священное море и вместе с Барбазякой наловить на обед рыбы. На следующей неделе путники планируют порыбачить на озере Шебеты в Красном Чекое. А в глобальных планах на следующий год поездка в Монголию и на Алтай. Встречались с медведем, то есть, ну, ничего страшного, попугали, поорали, он в одну сторону, мы в другую сторону, то есть все. Ну и реки, единственное то, что бывает, мосты сносят, и ищем путь в другой, либо ждем, пока река немножечко спадет. В первую очередь подготовленная машина, то есть, чтобы уверенной быть на все 100 в автомобиле, экипировка. В первую очередь это хорошая трекинговая обувь. Там, или зимние тоже, это хорошие унты, или как у тебя называется? Луноходы, вот у нее, мунбуты. Путешествие по родному краю эта парочка вместе с Барбазякой не променяет ни на один курорт за границей. Тем более, что по их подсчетам это совсем недорогое удовольствие. Основные расходы – топливо и питание. Два дня путешествий по стоимости они приравнивают к посещению ночного клуба. Только теплых воспоминаний и эмоций на всю жизнь, а не на один день. Наталья Аршинская, Валерия Квашнина, Александра Капитонова, Константин Васильев, ЗАП ТВ.